вечер, Наталья. Добрый вечер. Знаете, у нас для вас сюрприз. Ну, для вас сюрприз, а для зрителя, надеюсь, любимая и постоянная рубрика «Дуэт со звездой». Я надеюсь, у вас с Евгением Кошевым еще ни разу не было? Нет, не было. Ну вот, а сегодня будет. Ничего сложного. Песня ваша, слова ваши. Евгений подготовился, немножко слова передел. Так что давайте встречайте. Евгений Кошевой, Наталья Могилевская. «Дуэт со звездой». С вечеринки мы с Наташей возвращались домой. Я позволила себе быть немножко другой. Называла дорогой и звала меня с собой. Полюби меня такой, какая я есть. Полюби меня такой. Извини, я никакой. Полюби меня такой, какая я есть. У бассейна ты всю ночь провела под луной. Мне казалось, что ты где-то рядом со мной. Под водой, видимо. А когда настал рассвет, ты в окно кричала мне: полюби меня такой, какая я есть. Эй! Полюби меня такой. Успокойся, я с женой. Полюби меня такой, какая я есть. Нарядилась медсестру и зашла в номер мой. Я хотела быть просто немножко другой. Четко слышал я во сне, ты шептала в ухо мне: полюби меня такой, какая я есть. Любим мы тебя такой. Любим даже медсестрой. Любим мы тебя такой, какая ты есть. Спасибо, Женя! Полюби меня такой. Наталья Могилевская! Полюби меня медсестрой. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Спасибо, Женя, несложные слова. Все медсестры вместе с нами. Полюби меня такой. Народный артист Украины Наталья Могилевская! Спасибо! Евгений Кошевой! Спасибо!